Ковали принимают дожинки. Праздник начинается с дефиле по центральной улице агрогородка. Народ должен знать своих героев в лицо. Хороший тон и ритм задают местные музыканты. От этого и шаг уверенней, да и настроение отличное. Концертный зал под открытым небом принимает тружеников села. У них выходной. Получается еще и праздничный. Аплодисменты, благодарности, грамоты за их труд. Конечно, есть свои лидеры. Среди них СПК-гигант. Например, урожайность у местных аграриев самая высокая в районе – 51 центнер с гектара. В хозяйстве результатами довольны, признается руководитель. Для того, чтобы получить хлеб, надо не одним днем это все заработать. Для того, чтобы это заработать, надо слаженная команда, здоровая команда на сегодняшний день. Ну и без успеха однозначно то не получится, невзирая на погодные условия. Отмечают не только руководителей, комбайнеров, трактористов, механизаторов, все, кто трудился, не покладая рук. Хоть погода и подкидывала сюрпризы, аграрии справились, госзаказ выполнен. Так, средняя урожайность больше 26 центнеров с гектара. По рапсу и вовсе поставили рекорд – 6200 тонн. В следующем году нацелены увеличивать валовый сбор зерновых. Ну, а люди все для людей, от них все исходит, так сказать. И это все мероприятие для людей. И собрали мы их сегодня для того, чтобы в первую очередь поздравить с праздником урожая и поблагодарить за это. Потому что труд сельчанина, он зачастую очень непростой. В этот день Ковали одна большая праздничная площадка. Центральная улица агрогородка пешеходная. Ремесленники, музыканты, кулинары, развлечения и еда на любой вкус. Что людям сегодня предлагаете, что показываете? Ну, мы предлагаем свои работы. Это каждая вещь индивидуально, потому что она сделана своими руками. Вот. А сколько в среднем тратите времени, чтобы вот сделать что-нибудь? Это от настроения зависит, так как это человек-художник. Когда вдохновение есть, тогда и работаем. Вот, например, арбалет. Вчера закончил. Делается из трех частей. Фанера крашеная. И это сделано из двух частей плюс курок. Фрезеруется, сверлится, шлифуется, делается. Все плотненько, все аккуратно и надежно. Безобидный арбалетик. Давно этим делом занимаетесь? Уже больше 5 лет. Дожинки – это праздник, но и он завершается. После снова на работу у аграриев ее всегда много. Ну а в следующем году фестиваль будут принимать в больших бортниках. Максим Кемель, Максим Галионко. Итоги недели.